Автослесарь Александр Сергеев работает в компании со дня ее основания и за свой труд от руководства компании был награжден не только грамотой, но и ценным подарком. Александр до работы в Гримбасе уже успел поработать в других парках, но здесь, как утверждает специалист, со стажем условия намного лучше. Здесь создают как условия, все создано как-то. В других парках, сами, может, видели, валяются на земле, считай, раньше работали. Здесь ямы, отопление, все хорошо. Короче, нам все условия есть. Жители узнают Гримбас в первую очередь не только по единой цветовой гамме, но и по ответственному отношению к работе как водителей, так и кондукторов. Крупнейший пассажироперевозчик Шымкента на сегодняшний день по праву занимает лидирующие позиции среди транспортников города. Сегодня мы отмечаем двухлетие выезда наших автобусов на улицы нашего города. У нас есть как бы свои достижения. Мы ежегодно перевозим около 50 миллионов пассажиров. И есть свои плюсы, есть свои минусы, но все-таки плюсов как бы больше. И у нас, чтобы поблагодарить наших работников за их добросовестный труд, мы решили провести такое мероприятие. Адамбегова. 2 года – это небольшой срок для компании, но значительный, если рассматривать их как ступеньку для осуществления дальнейшей деятельности и реализации грандиозных планов. А намерение компании – открывать автобусные парки и в других городах Казахстана – Павлодаре, Актобе, Кызылорде.